На ремонте вот такой фонарь. Фонарь неплохой, но, как и у всех фонарей, основная проблема – это кнопка, которая здесь уже и выпала, снята. Как ее отремонтировать, сейчас покажу. Ну, конечно, нужно разобрать. Разбирается он просто. Передняя часть откручивается, а здесь вот по периметру есть винтики, которые нужно открутить. Я уже частично даже произвел ремонт, проверил. Значит, что необходимо? Нужно эту кнопку, которая вот здесь вставляется, ее нужно вообще выкинуть и поставить вот такую кнопочку. Обыкновенная кнопка или маленькая бывает, но главное, чтобы она, если вас интересуют оба света, и вот этот свет, и вот этот передний и боковой, то нужна трехпозиционная кнопка. Если интересует только, допустим, вот этот, то можно достаточно выключено-включено, и все, и достаточно. Что необходимо для ремонта? Смотрите, вот на эту кнопку идут три провода. Один провод с платы, один провод вот с этого бокового света, а один провод с вот этого переднего света. Проверяем, все ли работоспособно. Вот с платы идет, этот проводок соединяем, горит. Хорошо. Теперь проводок отсюда. Я его, наверное, отломал. Нет, не отломал. Это где-то застрял. Вот проводок, который идет на боковой свет, тоже берем тот провод, который с платы, с ним соединяем, работает. Ну все, теперь, значит, это средний контакт, вот это средний контакт, подпаиваем. Здесь можно без удлинителя, просто подпаиваем и все. А этот немножко удлиняем, чтобы он достал до, значит, на одной линии обязательно средний, и сюда, допустим, получается противоположно. Если вы нажимаете сюда, он нажимает вот эту, соединяет вот эти два. Если вы нажимаете вот сюда вниз, то он соединяет эти. Ну, без разницы, там уже будете смотреть. Ну, так как он вот этот нижний, внизу находится боковой свет, так называемый нижний, ну, боковой, то можно, получается, вот так сюда средний, а верхний прикрутить проводок от нижнего. Значит, чтобы не удлинять проводок вот от этого света, мы ее сейчас, наверное, вот так вот, если будет удобно, вот так вот как-то перевернем, и он туда вот будет ближе к кнопке. Кнопку я решил поставить вот здесь. Смотрите, вот здесь пустое место. И я вот сюда, кнопка влазит. Отлично. Поэтому, если вот так переставить, то получается, что этот проводок до выключателя будет доставать. Вот этот средний, этот получается верхний. А нижний отсюда не достанет, а может и достанет. Посмотрим. Если достанет, не буду даже удлинять. Подпаиваем и все. Подпаиваем буду хорошим паяльником. В принципе, без разницы. Но чтобы быстро прихватить к такому тяжелому контакту, ну, крупному контакту, нужно, во-первых, какой-нибудь флюс, а во-вторых, большая температура. Причем это нужно делать обязательно быстро. Если у вас вы набрали припоя и не получилось у вас быстро, лучше подождать, пусть остынет, потому что корпус пластиковый и начнет плавиться сам корпус. Думаю, что оно вам не надо.
Ага, сейчас включу. Почему-то у меня не горит. Не горит свет. Будет вам немножко виднее, если я включу свет. Вот так вот. Ну, собственно, и все. Плюс добавил. Взял припой. В данный момент у меня с канифолью. Так. И залуживаем все три контакта. И тогда он... Так, что-то... Ага. Стараемся, ну, небольшую точечку посадить. В небольшую точечку он припаяется, и все. Когда есть там припой, так, два залудились хорошо и быстро. Не, один залудился. Ага, еще один залудился. Лучше, наверное, было это делать, когда я еще не поставил. Ага, все. Все три заводились. Ну и все, теперь средний. Вот так он будет стоять. Значит, сюда средний. К верхнему. Я подключаю вот этот. Нижний свет. Так. Ага. Вот он уже пытается включиться. Сейчас выключим его. И все. При нажатии вниз загорается нижний свет. Все, теперь попытаюсь еще верхний припаяться. И все, у вас отремонтированный фонарь. Поэтому повторяйте, это не сложно. Но вот эта кнопка, она экономит. Народ экономит. Это дешевая кнопочка, которую ставят, но она часто выходит из строя. Увидимся на канале, подписывайтесь. Сейчас не всегда удается выставлять видеоролики из-за войны, но я буду стараться.